дорогие друзья, с вами снова неугомонно, неутомимо фирма Петерсон, и я Эдуард Петер, и я сейчас покрасил белый фонарик в красный цвет и набрал в лесу бересты с поваленного дерева, и сейчас буду что-нибудь с этим придумывать. Ну что ж, сказано, сделано. Пошли смотреть. То есть, вы видите, да? Получается у меня так. Так, латерна, хотел сказать. Фонарь, елка 1-1-2. Два здесь бокса или коробочки. Там у меня композиция из трех, и здесь композиция из трех. Ну, по принципе, по числам, все время забываю, Фибоначчи, Фабоначчи, Фубоначчи, неважно, начи. Так, все готово. Свет у меня по-прежнему вот здесь включен на полную. Наверное, не надо, меньше нельзя сделать. Одна лампа, и здесь вторая подсвечивает вот. Вот эти вот вещи. Можно было ставить, конечно, пенопласт, но я хотел, чтобы она и сюда освещала немножко. Ну что ж, давайте фотографировать. Сейчас хочу сфотографировать горизонтальной плоскости и оставить немножко места для ленивых дизайнеров. Вы знаете, о чем-то я. Так. Теперь у меня 1,25 секунды, 11,500. Вот чего получилось. Ну что ж, я в этот раз батарейки зажег, елочку, она свое дело сделала. Ну, хорошо. На этом остановимся, ну, пойдем в Photoshop, посмотрим, что там еще нужно сделать. Ну что ж, в этот раз, я думаю, нам будет немножечко полегче, чем тогда. Так, возьмем-ка мы сейчас, откроем наш файл. Теперь мне не надо в ДНГ переводить, это программа поддерживает. Так, и смотрим. Ну, в принципе-то нормально, да? Но как бы у нас здесь должен быть желтый, ребят. И чтобы не мудрить там с этими пятнами и так далее, давайте сделаем так. Сначала посмотрим, нужно ли нам чуть-чуть. Слишком синий нам тоже как бы не хотелось бы. Вот так. Остановимся. 2900. И откроем это изображение. Открыли. Прекрасно. Следующим мы опять идем сюда же. И говорим открыть опять с помощью конвертера. И в этот раз в конвертере мы с вами тут уже сейчас поиграем. Мы изменим температуру. Да, вот, скажем, вот такого. И даже чуть-чуть увеличим вот так. Чего ж нам бояться-то, да? Так, ну-ка, белый. Да, вот таким макаром мы это сделаем. Все хорошо. Открываем. Открыть изображение. Прекрасно. Так, и теперь берем Ctrl-A, Ctrl-C. Здесь дублируем слой. Под этот слой подводим нашу теплую картинку. Вот она. И теперь главное нам, ребята, в этом деле понять, откуда идет свет. Делаем маску, берем черную кисточку, да. Ну, перво-наперво и возьмем градиент радиальный. Перво-наперво, понятно, у нас пойдет он отсюда, да? Вот так. Хорошо. Вот так он осветил. Замечательно. Но на коробках он тоже будет же, правильно? Вот здесь. И здесь надо. Так, назад. Так. И здесь надо уже. Так, это
побольше сделать вот так и этот задеть. Отлично. Так, в окне здесь ясно, что будет тоже. И в плюс он заденет листочек. Вот. А потом в этих сердечках немножко тоже можно сделать вот так. То есть оттуда идет, снизу идет свет. Ну, не перестараться, естественно. А вот так, как-то так сделать. Что снизу идет свет тоже у нас. Вот, хорошо. Надо ли нам на этих сделать? Сейчас посмотрим, стоит ли. Ну, нет, я не думаю, что это перебор. Я бы не хотел этого. Так, нет, здесь мы оставим. Здесь мы оставим. Так, если переборщили, всегда можно убрать это дело. Так. И еще будет освещаться вот эта часть. Это 100%. То есть, вот сейчас у нас свет, он как бы правильный. Он падает туда, он со всех сторон падает. Да? Даже вот можно... Можно и здесь даже добавить чуть-чуть. Ну, это уже так. Этого достаточно. Так что, так как у нас свеча горит сверху, то и там, естественно, больше света, а вниз она уже так меньше светит. Хорошо. Сохраняем. Отлично. Теперь подсветлим немножечко низ вот здесь. Для этого пойдем в уровни и сделаем светлее. Вот так, вот так. Да? Но нам такой сильный не надо. Превращаем его в черную маску. Ctrl-E. И теперь так, с помощью кисточки можем спокойно этим заниматься. Так, побольше пикселей. Белый цвет. Да, белый, белый. Так. Чтобы не было слишком много, убираем здесь, где не нужно, где заехали. Так, и еще раз. Ну, лучше всего это делать, конечно, с помощью градиента, инструмент градиент. Возьмем белый и вот отсюда потянем. Вот так, вот и все. И не надо ничего придумывать больше, все хорошо. Отлично. Ну, теперь я хочу придать этим доскам немножко светловатый оттенок, поэтому я сейчас пойду вот в камеру сюда, фотофильтры, возьму теплый фильтр 85 и посмотрю, вот где-то так. Окей. И здесь с помощью черного уберу это снизу градиента, чтобы он сюда не попал. Вот так. Так. И теперь можем посмотреть и выровнять непрозрачностью. Надо ли нам такое или надо нам секое. Ну, я думаю, что вот это будет, наверное, как раз. Угу. Соединяем. Хорошо. Ну, а что осталось, ребята? Дело в том, что как бы... Или так, или со снегом. Я думаю, со снегом все-таки будет лучше. Так как я вам показывал это в прошлый раз, то я сейчас это уже без вас сделаю, а потом мы сравним. Хорошо? Итак, я сделал снег. Посмотрим сейчас. Вот он.
Ну, давайте посмотрим тоже, где у нас будет как бы веселее. Без снега и со снегом. Ну, кажется, только на котором действительно веселее. Похоже на Рождество или на Новый год. А так что-то как выключено все. Ну, я поставлю и то, и другое. На стоп посмотрю. На этом мы свое короткое видео в этот раз заканчиваем. Всего вам доброго, друзья. Если успею, сделаю еще один. Нет, так извиняйте. Пока. И совсем было, друзья, уже собрался делать третий мастер-класс. Ну, вот взял баночку, да, из которой я хочу вот обернуть ее так берестой, обвязать такими жгутами, и получится такая что-то такое, такой светильничек, здесь повырезаю звездочки, такая деревенская штука должна получиться. Но тут я внезапно вспомнил, после того как я сделал, да, вы видели, что вот готовая у нас картинка, которая такая, ну, на мой взгляд, хорошая получилась картинка. Я вспомнил, что я такой же человек, как вы. Я люблю выходные, да. Хотя я могу устроить себе в любой день. Решил пойти купить себе две баночки пива, чипсы и поваляться, и ничего не делать. Да, прям до следующего дня, да, до воскресенья. Я надеюсь, что вы меня понимаете. Я хозяин своего слова. Хочу дал, хочу назад взял. Ну, всего вам доброго, друзья, еще раз. Пока.